Всем привет, это канал Чернецкий ТВ. Сегодня играем вдвоем, я и Аленка. Аленка, скажи привет. Привет. Так, мы закончили вот здесь вот, бежали мы от этой длинношеи и бабки. Кое-как сбежали. Попали тут под дождик, у нас открытое пространство. Виден город, музыка заиграла какая-то интересненькая. Так. Какие-то электрические столбы, все валится в какую-то большую пропасть. Так, нам куда идти дальше-то? Сюда? Папа, а вдруг здесь этот еще чувак такой вот, который с пестиком? Так, мы спасли нашего дружка, кстати. Из ванной. Так, идем. Может, пробежимся, побыстрее пойдем, а то вдруг эта штука сейчас переломится под нами. Хотя мы легкие, но не должна переломиться. Так, мы прошли пропасть огромную. Приближаемся к зданиям, по которым, смотрите, по ним идет вода. Течет как аж прям стены воды прям стекают по стенам, видите? О, смотри, чей-то костюмчик лежит, никому не нужен. Не нужен костюмчик никому? Так. Так, у нас старый телевизор. Если мы на него запрыгнем, то мы попадем. Что-то какой-то малый наш без сил совсем. Вот этот вот может же в телевизор. Так. Потому что он и есть хочет. Хочет. А как нам залезть дальше? Ему надо было руку, что ли, подать? Так, нам надо по ходу дела вверху туда как-то забираться-то. А надо, вон. Есть, думаешь, он хочет? Сейчас где-нибудь в здание вот это залезем вверх и найдем что-нибудь поесть. Так. Эх, падает он. А по прямой пройти никак нельзя? Можно. Как же? Опа, упал. Блин, мне кажется, нам надо вон туда как-то залезть. Это уже тоже. Но он спадает почему-то. Так, может, нам надо залезть на лавочку на эту? Что-то взять тут, не? Какая-то опять у нас задачка тут сдалась. Так, посмотрим. Здесь ничего точно, прохода никакого нет. А то мы сейчас будем тут пытаться залезть. Нам надо как-то, может быть, крышку закрыть попытаться. Или контейнер этот сдвинуть. А вот тут какая-то ручка есть. А, вот, смотри, мы туда двигаем, и она сейчас закроется. Точняк. Так, ну уже полегче как бы. Так, теперь прыгаем сюда. Сюда. А дальше как? Никак. Никак? А надо сбежать. Думаешь, туда просто нам передвинуть? Да, попробуем. Да. Передвинем сейчас и залезем. А как мы телевизор перед? Вон там было. Куда? Вон. Думаешь, там проход есть? Да, посмотрим. Нет, там тупик. А телек двигается? Нет, телек не двигается, кстати. Блин, мы теперь не можем залезть на эту штуку. А надо разбежать. Думаешь, с разбегу запрыгни? А может быть, нам малой подарит бастер. А, вот залез. Да ты не туда, вот так вот. Думаешь, что да? Да. Он так далеко не допрыгнет. Не-а, не допрыгивает. Ну, почти же допрыгнул. Точно максимум? Больше сдвинуть нельзя. Ну-ка, давай еще попробуем. Ну-ка, давай, хватай. Давай в бок. А на себя? А, вот, смотри. Ну вот так вот, может, допрыгнем. Давай так попробуем. Так. Так, разбегаемся на шифте. Оп! Запрыгнули. Отлично. Аленка, ты сегодня прям отличилась. Так. Смотрите, помой, может быть.
Не? Помыться нам не мешало бы, уже сколько тут бегаем. Так, а дверь закрыта. Нельзя зайти. Не, смотри, кораблик, Алёнка. Может, можно его взять и пустить? А он какой, кто-то там? А, это глюк какой-то. Ну-ка, давай возьмем кораблик. А вот, ну вот можно было собрать. Так, а куда нам его можно? Папа, нет. А куда ты хочешь его? Да нет, никуда, положи его. Куда? Просто иди. Ну да не нет. Просто так, может нам нужен корабль. А то думаешь, тут тупик. Дальше. Да. Вон дверь выломанная. Ой, внизу, видишь? Да. Мы туда пройдем сейчас и все. А, смотри, это этот плащ шестой. Помнишь? Да. Шестая ходил в таком плаще. Шестой. Может, она где-то в этой комнате? Но она не может быть. А, смотри, это и есть шестая. Да? Это и есть шестая, Алёнка. Она все время была с нами. А мы даже с тобой не знали. Мы ее спасли. Такая музычка играет. Ваня, подожди. Да не надо, она купается, Алён. Ну зачем ты? Да было. Так, ладно, что, идем дальше. Так, открываем дверь как-то. Вот почему. Вот почему. Вот а, почему. Она показывает нам. Оп. Так, у нас вот здесь почему, касса. Вот почему она была. Вот почему наш дружба был такой напряженный, сильный. А это была шестая, потому что шестая всегда напряженная, сильная. Ты одно и то же, Алён, говоришь 5 раз. Ну да. Да. Так, что, куда идем? У нас здесь касса, манекен, много каких-то костюмчиков. Какая-то штучка. Так, а может нам залезть вот на эти коробки нужно? И запрыгнуть. Так, мы опять выходим на улицу. Прошли насквозь дом. Так, я так понимаю, здесь нам надо запрыгнуть. Так, иди-ка, помогай-ка нам. Эй. А нет, он... А, вот она нам. Оп. Так, а мы ей как поможем? Нет, чистая сама запрыгнет. Нет, она не запрыгнет. А мы ей руку должны подать. Да, что-то не подает руку, я ей говорю, подай руку. Ну ладно, может быть, мы ее сейчас как-то откроем там. Блин, чистая. Она за нами идет. Опа. Папа, мы можем вот так вот это еще. Сейчас попробуем. Так, иди за мной. Давай-ка откроем вон ту штучку сейчас. Так что теперь шестая с нами, я думаю, вообще теперь легко будет проходить. Она сейчас... Ну и это еще и была шестая. Ну да, я шучу. Да, но мы этого не знали, что это была она. Так, у нас опять какой-то вентиляционный тоннель. И по ходу дела мы будем сейчас падать вниз. Так, тут какой-то матрасик у нас есть. Идем дальше. Опять на улицу вышел. Тут у нас какая-то кровать. Кто-то выкинул кровать из окна, что ли? Как она такая кровать-то пролезла? А где кровать? Так, у нас открытое окно, да я вижу. Вонка. Открытое окно. А только ты еще дом тоже бабушка. Че, залазим, посмотрим, что там. А вдруг это дом того чувака? Какая разница? Будем смотреть, что там за дом. Какая-то новая у нас локация сейчас начнется. Так, забрались в дом, шестая тоже залазит. Какие-то объявления, доска объявлений у нас здесь. Это больница. Видишь, это же каталка, на которую перевозят больных. Наверное, будет очень страшно, Алёнка. Смотри, перевернутые кровати. Это кровь, Алёнка. Так, там закрыто. Вон какие-то решетки, какая-то больница еще с решетками. В больницах обычные решетки-то не ставят. Открываем. Опа. Опа, чуть не упали. Нифига тут, блин. Тут пропасть и... И какие-то кровати.
Ага. Блин, она вперед нас про нифига она прыгает, ты видел? Это же шестая. Пипец! Да она бы нам руку подала. Да она он уже наверх залезла. Так. Надо получше разбежаться. Так. Так, пока лезем вверх. Пока все получается у нас нормально, но тут... Больше шестая. О. Вообще далеко прыгать. Только с шифта получается, с разбежки прыгать надо. Блин, забыл, нажал на мышку, она был на пробел нажать, Аленка. Надеюсь, мы сверху сейчас начнем. Нифига, блин, снизу начали. Скажи спасибо, что нас Скажи спасибо, что нас вообще составишь. Блин, вообще хотела разбежаться. Блин, с первого раза нормально прыгнули, да? Надо, короче, не торопиться, давай. Блин, постепенно. Почему шестая так быстро? А, вообще шустрая. Она вообще наверху. Офигеть, шустрая. Ага. Так. Значит, когда мы ей играли, она всегда у нас куда-то падала, а сейчас не падает. Ой, шустренькая. Потому что мы ей не управляем, да? Поэтому она не падает теперь. Так, говорит, опа, фу, хорошо, хорошо прошли. Хорошо. С первого практически. Так, кнопка какая-то тут. Нажимаем. Опа. Какая-то тут была. А для чего мы ее вытащили? Может, она была ставить? А может, она нам пригодится? Давай возьмем пока ее. Может, ее надо сейчас будет где-то вставить, и тогда у нас что-то откроется. Пойдем с ней. Она заодно, смотри, освещает нам путь немножко. Пока возьмем с собой. А вот видишь, тут в другом месте. А сейчас мы тут лифт откроем. Сейчас вставим ее. Так. Это не лифт. Это просто какие-то двери. Опа. Сейчас он оторвется. Че, прыгаем? А, мы можем... Она хочет пролезть. Мы можем не успеть. Прыгай. Фу, успели. Вовремя. Так, мы опять находимся в вентиляции. Все еще в этой больнице. Или мы вышли уже из больницы? Что-то я уже потерялся. А, не, в больнице, вот на палатке какой-то фонарик. Блин, сейчас опять какая-нибудь ведьма у нас будет. Давай возьмем фонарь. Удержи, чтобы хватить предметы. Так, Е, чтобы использовать фонарик. Прикольно. Да? Да, Элик, смотри. Привет, ребята! Привет! Пап, я делаю громко, у меня... Ладно, иди. А? Я делаю громко, а у меня не делает. Так громко делать надо вот на этих наушниках-то. На, вот он, колесик. Так, идем. Что-то не пролазит, что ли, тут? А? Что-то он вроде щелка, оно есть, да. Так, большая палата. Тут пока злых никого, кстати, нету. Пока у нас все четенько. Какие-то пятна крови. Че это тут такое лежит? Бинты, что ли? Стрёмно, да? Папа. Так, потом вырежем. Так, у нас здесь ножнички какие-то на полу.
Стремно тут. Кресло-каталка, смотри, Ленг. Слышал, звук какой-то был? Нет. Потому что я все не могу сосредоточиться, где громы красить. Все, на, не трогай. Так. Все, теперь еще. У нас доски. Доски никак сломать нельзя. Заколочена дверь. Значит, может, в какое-то другое место нам надо идти. Идем посмотрим сюда. Везде какие-то пятна, но, по-моему, дверь открытая вроде. Даже там свет горит, что ли. О, смотри, автомат с газировкой. Откроем? Они потухли. О, может, попьем? Может, они нам для что-нибудь пригодятся. А, вот, смотри, можно на кнопку кинуть. Видишь, как? Я прям как знал, тут ничего просто так никогда не находит. Смотри, какой-то манекен или что это такое. Опять глюки начались какие-то. Это живой человек ты или нет? Походу дело живой. А, нет, манекен. Нам надо зайти, может, в телевизор? Да, он же может в телевизор. Да? Внутрь? Да, он же может в телевизор. Нифига. У нас суперспособности. Чё дальше делать, Ален? Может, отпустить? Нет, ты уже не сможешь. Чё? Вот когда он выключится, вот когда сможешь. Может, нажать надо на что-то? Ночью уже пьешь. А, надо вот этот сделать тоннель, чтобы виден был. Все, я, по-моему, в бок, видишь, я управляю тоннелем. Надо смотреть, короче, на тоннель. Не получилось. Что-то не получать, что я не пойму, что как надо сделать. О, попали вовнутрь. Так, а что дальше? Прямо идем? Ален? Вообще все в глюках. Может, мы всю игру прошли? А не, вон вылетел обратно из этого из телека. Может, или шестая его вытащила? Его шестая вытащила. Думаешь? Да. Так, у нас здесь куча манекенов. Доска какая-то. Ага. Какой-то он, смотри, он рубильник. Лифт, наверное, открывает или что он делает? И какие-то он красные точки две. А, может быть, они включают лифт. Какие-нибудь пробки. А, нам надо сюда найти пробки, так лифт не включится. Да? Попробуем, конечно. Не, не включится. Нам надо пробки найти. А может, вот эти вот? Или они? Или это не пробки? А нет, не пробки. Короче, ищем вот эти вот пробки. Пока хоть никого злодеев нету, да, Ленка, спокойно. И тут, смотри, пробки нету. Блин, а где же нам столько пробок найти? А вот когда пробка это открывает эту клетку, нам хотя бы одну тогда пробку покажет найти бы. Так, смотри, сначала осматриваем вверх, есть ли здесь где-то пробочки у нас. Так, здесь дверь есть, нет ключа. Значит, нам нужно найти ключ. Походу дело все внизу, тут что-то вверху вообще ничего нет. Спускаемся вниз. Так. Ищем ключ Папа, или проб. Знаешь, мы сейчас
может побольше видео снять, потому что еще как бы не вечер почти. Ну какой может, снимаем мы снимаем, что ты, Ален? Начинаешь. Опа. Лифт, что ли? Ой. Пипец, это морг. Алена, это морг. Это что такое морг? Там хранят тела погибших людей. Вон, видишь, башка торчит. Это вот эти вот холодильники, туда засовывают их. И они там хранятся. А кто дышит? Так, это что за штука? Так, давай-ка нам. Ну-ка, иди-ка сюда. Давай-ка. Ну, чё? Она тебе говорит. И чё мы сделали? Может, нам туда залезть? Мы залезли внутрь. Тут сжигают тела. Аленка, может, нам тут что-то найти? Или чё? Только бы начистать. А, нам что-то тут сжечь надо. Короче, пойдем в лифт. Папа, нам самое главное, чтобы нам это... Чтобы нам... Нас там чистая не утопила. Да ладно, чё, она хорошая девочка. Просто он она когда... Съел же вот ну, гномика съел тот раз, согласен. Нет, она ещё вот тут вот... Крысу? Так, у нас здесь записной столик, рентген. Да, пап, что ты боишься? Никого здесь не будет. Откуда ты знаешь? Пусть это еще заброшенная больница. О, смотри, шестая, мы видим ее рентген. Прикол. А мы? Я не знаю, да. Давай нам сначала найти ключик надо. Вон, кстати, ключик, может, это он? Так, ну как? Медведь. А ключ? Нет, это не такой ключ, который нам нужен. А, может быть, она хочет сжечь их, что ли? Зачем она взяла игрушку? Она хочет сжечь. Думаешь? Что, взять нам тоже? Зачем нам их сжигать? Ну, пойдем попробуем. Неспроста она же взяла игрушку, правильно? А может быть, она хочет посмотреть в рентген их? Вдруг у них есть ключ. Давай. Я не, она не бросает. У них что-то внутри есть. Да. Может быть, нам эти элементы пригодятся? Может быть, нам их надо там... Давай. Нет, вот... Чё? А, внутри кого-то ключик находится. Да, медведь лежал на столе. Я тебя понял. Сейчас мы найдем. Вот он. Вот это вот? Да. Как нам такого большого взять-то? Вот мы взяли. А как из него вытащить ключ? Да нет, надо его сжечь. Думаешь? Да. Давай посмотрим, точно в нем ключ есть. Сейчас мы его положим тут вот. Ну, ложи. Так. Это что-то не видно. Да, в нем есть ключ. А я вижу. Я вот не вижу, есть у него ключ. Ну, ладно, пойдем попробуем сожжем, что. Так он идет и вытащит чудно, да? Так. Так, идемте-ка, заходите в наш морг. Сейчас мы будем сжигать медведя. Сжигать, бедно. А куда мы вниз поехали? Дин-дин-дин-дин. Так, закидываем туда медведя. Есть. Такой полез-то сам-то зачем? Так, и она тоже закинула туда.
Так. Смотрим. И где ключ? Походу, я только игрушку взяли. Думаешь? Короче, не в этих игрушках, что ли, был? Чё-то ничего не... А может, нам фонарик достать? Ключика-то нету, Алёнка. Угу. Короче, в какой-то игрушке... Когда надо другого медведя искать. Короче, все игрушки... А, в рентгене нам надо было через рентген найти игрушку, в которой ключ. Я же тебе говорю, не был в медведе ключа. Ты говоришь, я вижу ключ. Ты нифига не видишь. Не видишь ты нифига ключ-то. Ключ, надо, она... Надо когда другого медведя. Все, теперь пока в рентгене ключ не увидим, ничего мы-то не тащим. Точно вот тут ключа не было? Давай все игрушки сюда перенесем. Куда пошел? Нет, тут нету. Там только пока живу. Там, кстати, вот еще есть какой-то. Это вот эта игрушка, пипец, сколько ты говоришь. Может, там вообще вон, на который на лавке сидят. Так. Вот он ключ у нее. Видишь? Пойдем. Да. А может там еще что-то было? Может там эти элементы, которые... Ну да. Может, думаешь, есть или... Ну ладно, пока ключ. Зайдем в дверь, если там в той двери не будет этих элементов питающих, то тогда уже... Так, давай-ка закидывай. Есть. Нету. Был же ключ. Нет. А ты говоришь, есть там ключ. Но был на рентгене ключ. На рентгене ключ точно был. А вдруг ему ключ взяли тоже? Может, тут надо как-то пошарить, поискать? Да нет. Пипец. Так нечестно. Ключ же был, ты же видел, на рентгене был ключ. Побольше ключ нужен. Так, что тут еще у нас за игрушки есть? Есть еще вот такой вот дружок. Смотрим его. Ты это муж смотрели, там ключа нет, что-то взяла. Чего он не бросает-то? Вон он. Видишь? Да. Все. Ключик-то вот он. Блин, я надеюсь, на этот раз мы найдем ключ все-таки в этой горилке. Так. Идем. Надеюсь, хотя бы сейчас будет ключ. Куда полез-то ты опять? Шестая нас там спалит. Вау.
Не понял. Там тот был живой. Да это. Вот он ключик. Да. Есть. Так, все, идем. Такая музычка, ага. Сразу, такая музычка, когда сразу дошли. Когда находишь, музыка такая специфическая. Такая. Посмотрим, что там у нас за дверью. Прикольно так нарисовано, да? Так, ладно, идем наверх. Я прям думаю, что это настоящие чувачки. Ага, как настоящие. Так, открываем. Так, ну что там у нас интересного? О, я думаю, надо зажечь фонарик. Ой. Чё это? А, это от манекенов. От манекенов. О, смотри, там какой-то... Кто-то лежит. Тут пытался сделать из манекенов людей. Так, тут свет есть. Это манекен. Пипец, сколько тут всего. Так, мы туда пройдем. Че она нам не помогает? Нет. Пойдем туда тогда. Посмотрим. Глюк какой-то опять. А почему мы всегда в себя вот этих вот чуваков вселяем, а шестая нет? Не знаю. И что делать? Дверь-то открыли. А, может, ударить надо? Или сюда вот надо сходить? А, вот тут еще проход есть. Смотри, вот на дверь какая-то. Посмотрим, попробуем ее. А, тут можно залезть. Сейчас она нас руки подставит. Так. А шестая как? Будет нас ждать. Так, у нас здесь какая-то типа операционная. О, о, пипец, они ожили, Аленка. Мне это уже не нравится. Мне это, Аленочка, уже не нравится. Ты сказал, к нам никто не будет приставать. А-а-а! Ты сказал, к нам никто не будет приставать. Да я тебя знаю. Ты врушка. Настоящие. Не настоящие. И как? Куда побежал ты? Оу. Блин, я опять не успел опять нажать на Ctrl. Я это сниму. Боишься? Как вы глянули? Это же манекены. Блин, опять я не успел. Да, пап, это же просто манекены, как от дяди. Это же манекены. Просто маленькие, косенькие манекены. А это уже люди. А может, надо запрыгнуть было? Да. Наверх? А я думал, проезжать надо с это... снизу. А, она запрыгнуть не умеет, эта штука, она только по земле может двигаться. Вот собака, смотри, какая стрёмная. Да? Ты видишь? Стрёмная рука. Эх. Боишься? Собака. Собака схватила нас.
Ладно, давай чуть-чуть сейчас пройдем, потом тогда это. Будем еще играть или следующий уже будем в серии? Давай сейчас закончим, а потом еще когда немножко, еще когда будет еще немножечко темно, потом еще одну маленькую часть. Так, мы вроде убежали от нее. Блин, я даже... Она бежит за нами! Да! Пипец! Пипец, вот, блин, рука. Убегаем. Стрёмно. А где шестая? Не знаю, где шестая, я хочу убежать отсюда. Я тоже. Валим. Она сверху идет по вот этой вот трубе. Пипец. А куда дальше? А куда дальше? А? А, о, подожди, ну надо пройти какую-то локацию. Чтобы с этой какой-то опять начать. А, о, смотри, какая-то этот энергетический. Или это не он? А, вроде он. Да, ну на шаг, куда дальше с ней идти? Блин, непонятно. Там рука. Ну она же не видит, у нее нет глаз. Он прыгает как. Блин, как нам отодвинуть ящик? Блин, пипец. Схватило. Как бы и грохнуть бы, какой-нибудь молоток бы найти. Нам надо сначала, короче, ящик отодвинуть, а потом уже... А вот он, смотри, молоток. Я, блин, только сказал, я даже сразу не видел. Ну-ка, иди-ка сюда. Ах ты, собака. Получай. Блин, с первого раза нифига окнулась. Ну, давай еще окончим. Да ящик. Ну-ка, ну-ка. Иди. Блин, она ее не убьешь нифига. Есть. Нет? Живая? Где тебе еще? На тебе. Еще тебе на. Еще тебе на. И еще тебе на. Напугало, блин. Так, ладно, отодвинем пока дверь. Напугало нас, да? Ой, стрёмная, конечно, рука, блин. Ты придумал вообще. Так, нам, может, молотком надо разбить, как мы вылезем-то? Да, попробуем, разобьем. Потом возьмем энергетический этот элемент. Так. Берем энергетический элемент. Каким-то образом они тут оживают, эти манекены. Ты говорил, тут никто тебя не тронет. Конечно, не тронет тут. Ну, я что знаю, что здесь руки, это что, просто руки, а не настоящий человек. Не руки у нее. Блин, а как нам с ней то пролезть-то? Да положи ты. Берешь еще не надо. Да я это пойду. Берет. Да бери ты. Энергетический. О. Нам молоток бы с собой то взять еще. Где наша шестая? Эй. Да позовем ее. Иди. Блин, она тут должна быть. Она куда-то ушла. Она же нам вот здесь руку подала. Походу дела ее опять схватили. Пипец. Шестую схватили, Аленка. А вот на она. Что она делает-то? Она с рукой играет. Ты идешь? Сидит тут, играет. Пойдем дальше. Играет она тут, сидит, понимаешь. У нас дела. Нам надо. Нам надо дверь открывать, а тут сидишь, тут она, понимаешь, играет тут. Пойдем другую дверь, то откроем. Нам еще надо, получается, одну пробку найти энергетическую. Две пробки. Чем у нас одна есть? А там уже маленькие дырочки, а это большая. Такая нормальная дырочка тут все. Так.
Походу дела это какая-то камера. Посмотрим, что тут. Что ты не надеваешь наушники-то? Боишься? Ну ладно, тут пока ничего. Ты же сказал, тут никого не будет страшного. Так, смотри, провод тут какой-то. Если были руки. А нельзя нам оттуда вытащить пробку и вставить сюда ее? А? Как думаешь? Вытащится ли она уж потом не закроется дверь, если вытащить? Смотри, там всё стоит не закрыл. Ага, фиг, она не открывается. Не вытаскивается что-то. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Так, вот тут шестая нам может подать руки, чтобы мы туда запрыгнули. Нет, не запрыгивает. Вдруг там опять эти руки. Ну что, нам дальше надо проходить. О-о. Молотка нету. Так. Смотри, открою. Смотри, кто какой-то манекен стоит дверь. Видишь, вот он слева. Угу. Я надеюсь, он не оживет. О-о, у него зашевелилась рука. И как нам? Он двигается, Аленка. Пипец, он двигается. Он в темноте начинает двигаться. Пипец, хватило. Я хотел обойти его с этой стороны. Нас видит, что ли? У них башки нет, как он нас увидел. Вот это уже не есть хорошо. Я сказала же. Нам надо как-то его обмануть. Нам надо взять какую-нибудь штуку и бросить. Используйте фонарик, чтобы направить. А, он боится света. Он боится света. Он боится света, Аленка. Ах ты собака. Только я отвернулся, и он сразу же нас схватил. Блин, как же нам... Как же нам тогда? Ну-ка, иди-ка сюда. Стоять. О, блин. Только я чуть-чуть отворачиваюсь, он сразу хватает. Как же нам его Ну как, зачем? Вот других вариантов не было. Как же нам его выманить? Собака такой, а? Давай еще разок попробуем, и тогда в следующей серии. Нам его надо как-то выманить. Блин, как? Ну все, 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 все заканчиваю. Давай последний разочек. Следующий. Еще разок, да. Это так стыдно.
Такой страшный чувак. Без головы. Без башки. Стоять. Как-то он медленно идет. Стоять. Стоять. Поверка морда. Ага. Обманули. Дурака на 4 кулака. Марик, ты это космонавт, что ли, какой-то? С башкой, блин. Так, куда идем дальше? Никуда, все, на этом заканчиваем. Хоть никуда, говорит, надо заканчивать. Да попреда заканчивай. Да, ну надо до какой-то сохранки дойти, подожди. А не сохранок нету. Ну как надо до какой-то... Проходит, там глазик появляется, значит сохранение пошло. Так, тут нету. А куда же нам дальше идти? Все двери закрыты. А, вон он, смотри. Дверь выломанная. Вау, какой крюк, смотри, за место руки. Пипец. Динамик какой-то. Опасно тут, если они все живут, нам кирдец. Опа. Пипец, ты видел их сколько тут? Я сказал, еще. Все? Следующий? Да. Ну ладно, все. Ален боится дальше играть. Сегодня спать, наверное, не будет. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в этом. Я следующей серии не буду, я обосрусь. Не так говорить. Обосрусь. Ничего ты не... У нас фонарь есть, что ты боишься. Фонарем ничего не страшно. Правда ведь? Ну правда ведь. Нам сначала еще в шестую надо дойти. Ага, шестой еще нас там где-то ждет. Ну ладно, ребятки. Надо всегда шестой ходить, а на всем пока. Давайте счастливо. До встречи в новой серии.